Доброго времени суток всем, кто слушает эту запись, кто является частью ОРФК, и члены команды, и простые пользователи, и даже горячо любимые мною спамеры. Сегодня у нас замечательный праздник. Нам исполнилось ровно 5 лет. 5 лет с того момента, как ОРФК получил статус официального фан-клуба. Это пускай небольшой, но все-таки значимый для нас юбилей. Для тех, кто не знаком со мной, с вами говорит Эмма. Большинство знает меня как бабочку. Я, к сожалению, не могу в данный момент зайти на форум, поздравить всех вас лично. Поэтому надеюсь, что данная запись хоть как-то компенсирует мое долгое отсутствие. К слову, прошу не обращать особого внимания на мой тихий скрипучий голос. Так уж сложились обстоятельства. Как говорится, старость не радость. Что я хотела вам сказать? Для начала, наверное, я отмечу, что искренне горжусь всеми вами за то, что не опускаете руки, что умеете ждать и надеяться, что за годы молчания группы вы не растеряли своей веры в нее и в друг друга. Хочу сказать огромное спасибо всей нашей команде. Начиная с состава 2008 года и по сегодняшний день, все, что мы сейчас имеем, это результат ваших трудов. Я люблю вас, девочки, и мне кажется, это уже навсегда. Спасибо и большой привет также нашим друзьям с Ньюса за помощь и поддержку, украинской и белорусской части фан-клуба. Девочки, вы замечательные. Я никогда не думала раньше, что жизнь преподнесет мне столько прекрасных знакомств в рамках фандомной жизни. За это, наверное, надо поблагодарить и сам отель. Что ж, я поздравляю вас всех и желаю нам провести сегодняшний день с улыбкой на лице. Желаю, чтобы очень скоро все наши ожидания оправдались, чтобы отель выпустил долгожданный альбом, чтобы одним прекрасным уютным вечером мы услышали первые заветные аккорды и толпа мурашек побежала по телу. Все у нас с вами будет, я уверена в этом. А моему дорогому РФК я хочу пожелать сил и долголетия, наверное. Пускай эти 5 лет будут лишь маленьким стартом его бесконечно длинного пути. Мне бы очень этого хотелось. Не прощаюсь. С любовью, ваша бабочка.